сейчас о том, чтобы ты укрепил нашу веру. Господь, укрепи, пожалуйста, наши корни. Напитай нас, пожалуйста, своим словесным молоком, своей твердой пищей. Господь, давай, пожалуйста, в наш дух, в наше сердце свои новые откровения, которые идут с самого неба. Господь, наполняй, пожалуйста, наш разум, нашу жизнь своей небесной мудростью. Мы просим Тебя, наполняй наши сердца своей любовью, своей безграничной и безусловной, той любовью, которая покрывает множество грехов, которая прощает множество грехов. Папа, очень просим Тебя, омывай, пожалуйста, нас своей драгоценной кровью Иисуса Христа от всякой злобы, Господь, от всякой ненависти, агрессии, Господь, от всякого непрощения, Боже. Господь, давай, пожалуйста, свое исцеление, свое чудесное исцеление, которое может дать только Ты, Господь. Мы верим в Тебя, живого и воскресшего Иисуса Христа. Мы верим и доверяем, Господь, Тебе, живому нашему Богу. Богу Авраама, Исаака и Иакова, Господь. Являй, пожалуйста, свою славу.